На автодороге Белоярск-Заринск в Первомайском районе установили автоматический комплекс весогабаритного контроля стоимостью 40 миллионов рублей. Работы провели по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Участок трассы оживленный. Ежедневно здесь проезжают сотни большегрузов. Соблазн превысить норматив и увезти больше груза за один рейс для многих перевозчиков очень велик. Но это вредит дорожному покрытию. Оно разрушается быстрее, и трасса требует серьезного ремонта. А это сотни миллионов рублей. Для предотвращения нарушений и создали эти комплексы, которые круглосуточно контролируют соблюдение законодательства. На данный момент 15-й комплекс сегодня открывается, соответственно, охвачены все участки с наиболее интенсивным грузовым движением. Там, где наиболее возможна вероятность превышения нормативных весов. Все комплексы весогабаритные плюс скорости, комплексы контроля скорости за текущий год уже, скажем так, привлекли штрафов на сумму 460 миллионов рублей. Власти подчеркивают, цель не сбор штрафов, а защита дорожного покрытия от преждевременного разрушения. Сами комплексы тоже требуют периодического обслуживания. Ставятся это комплексы на маршрутах тяжеловесных транспортных средств в основном. Поэтому на дорогу нагрузка серьезная идет. И, естественно, чем сильнее нагрузка, тем чаще надо ремонтировать. Раз 3-4 года, 5 лет. Система может зафиксировать не только перегруз транспортного средства, но и нарушение скоростного режима или требований дорожной разметки. После введения в эксплуатацию 3 месяца комплекс будет работать в тестовом режиме.